Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на передачу «Диалог Большой Арнаутской». Мы говорим вам «Здравствуйте», «Шалом», «Довеньки були», «You welcome». Что можно еще сказать на разных языках из прекрасной столицы Южной Украины? Правильно можно сказать? Одесса не столица, но это не второй город, и у нас также хорошо, как и у всех, наверное. Мы не сильно возмущаемся, что мы не столица, мы не сильно, все нормально. Мы пытаемся сказать, но... Одесса не столица, но и провинция тоже никогда не была. Я что валяю. У нас здесь все у нас здесь хорошо. Поэтому сегодня мы будем вести диалог с Большой Арнаутской на тему быть родителями, отцовство. Ну, понятно, что мы мама не можем быть, папа это не мама. Поэтому мы будем говорить с точки зрения отцовского восприятия, воспитания детей. Тема очень удивительна. Вот водовороты любви. Мы так влюблены в наших детей, что, наверное, иногда думаем, как же их воспитать. И сегодня в нашей передаче Олег Васильчук, Олег у нас Чечельницкий, Виталий Казаченко и Валентин Свёнток. Добро пожаловать, друзья. И Олег, вот ты уже как только сказал такие слова, говорит, вроде бы, если бы я бы начинал бы отцовство сейчас, я не знал бы, как их воспитывать. Да. Поэтому, да, воспользуюсь случаем и прорекламирую курс «Основы отцовства», который, мы надеемся, достигнет отцов в их понимании, в их нуждах, в их проблемах и даст им выходы, оценить правильно свое отцовство. Возможно, какие-то ответы на нерешенные вопросы. На нерешенные вопросы чаще всего, да. Потому что есть сильные стороны отцовства, есть слабые стороны отцовства у каждого человека. Поэтому мы предлагаем оценить их и исправить свои взаимоотношения с детьми или наоборот у лучших, если они уже хороши. Папа не может быть мамой. Так что если у вас есть вопросы... По этому курсу вы можете обратиться к своим пастырям, написать нам в личку, мы поможем вам организовать группу и снабдим вас нужным материалом. И повторюсь, в прошлой передаче говорили о том, что это бесплатно. Для людей. Что, друзья, вы ищете в Google помощь? Да, обращаемся в Google, поэтому... Пытаемся, да, ответы на ваши вопросы найти. Да, говорят... Вот разница между детьми, которые сейчас... Сегодня они идут и сразу находят ответы в Google помощнику. Да, это очень страшно на самом деле, когда дети задают не... Неудобные вопросы, и ты на минутку, как мои знакомые, хорошая семья, они там замнулись, думают, как ответить, а он говорит, о, let's ask Google. И Siri включается и поехала. И ты получаешь ответ, который запрограммирован уже кем-то, да, и они, наверное, не всегда то, что ты хотел бы, и ценность, и подачу, которую ты хотел бы принести своим детям. Наверное, в этом опасность интернета. Большая, да. И важность родительского влияния. Хорошо, тогда когда начинается влияние папа? У нас есть эксперт. Эксперт, давай. Чечельницкий, будь ласка. Сайт каждый раз вызов родителям. И вот я хотел бы начать наше рассуждение вот с такого момента, что большую часть информации, которую получает ребенок, она закладывается вот в самый ранний период его возрастания. Это с года до 8 лет. И до 5 лет ребенок принимает
или воспринимает 75% своего словарного запаса, которым он будет пользоваться в своей жизни. Формируются основы характера. И вот воспитание детей делится на три такие фазы. Да? Но мы сегодня говорим о христианском воспитании. И первое – это дисциплинирование и обучение. Дай мне свое внимание. То есть родители должны привлечь внимание ребенка для того, чтобы родители вот в этом возрасте с одного года, да, или с нуля, как мы говорим, когда начинается жизнь, они начали вкладывать в своих детей правильные вещи и заложили вот это правильное основание. И первый вопрос к рассуждению, а что мы вообще вкладываем в понимание христианского воспитания? Ну вот, что мы подразумеваем, что мы должны заложить в детей вот в этот период, который мы называем «дай мне свое внимание». Именно христианского, да? Мы же собрались здесь с одной целью, потому что в мире много, я еще раз повторюсь, учебников, психологов, воспитателей, которые да, свои... Давайте одну вещь сделаем. Что, если мы говорим христианское, значит, мы опираемся на новозаветнее, или же мы говорим, есть основа воспитания детей? Вся. Писа, Библия. Вся. Библия. Библейские ценности. Боговдохновенно. То есть библейские ценности. Да. Может быть. Давайте используем термин библейские ценности. Мы христиане же ж не... говорим, давайте, что только мы Новый не будем, Завет. Потому что это есть много, не, что, но мы не можем говорить. Нет, тема для еще одного эфира богословского. Есть много, немного. Хорошо, подождите, давайте я немножко уточню вопрос. Дело в том, что мы будем, я надеюсь, что если Бог даст, мы будем рассуждать о всех трех вот этих основных фазах воспитания детей. И очень важно понимать физиологию ребенка в каждом из них. Поэтому она отличается, даже его послушание, его повиновение родителям отличается с года до 8 или с 8 до 12 лет или с 12, когда он становится старше. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в этом вопросе концентрировали свое внимание именно на этот период с года до 8 лет. Что мы можем дать ребенку в плане христианского воспитания, или что мы вкладываем, или как, что мы ожидаем? Еще раз, библейские ценности. Будем библейские говорить. Ценности, да. Как да. бы на основе библейских ценностей. Вы можете перефразировать, если... Да, что... да. Ну и да. да, понятен вопрос. На мой взгляд, вообще вот человек, когда он сформировался, и взрослое поведение человека, оно впрямую связано вот с тем ранним периодом его жизни. На то, как родители или его окружение, в котором рос ребенок, влияло на него. Потому что именно, соглашусь, в этом периоде времени с года до 8 лет, и как раз-таки формируются все его восприятия. Иногда это неосознанные восприятия, иногда чуть-чуть искаженные восприятия ребенка. Но, на мой взгляд, очень важно ребенку дать это и библейские, и общечеловеческие ценности. Безусловную любовь. То есть ребенок должен... знать, ощущать свое принятие, любовь, ну, одно из, естественно, любовь, ты любим нами, ты наш, классный, ну и так дальше. То есть вот это принятие, чтобы ребенок, он не рос с чувством какого-то вот отверженности или заслуживания внимания, или выклянчивание внимания, потому что иногда ребенок, он же не понимает, вроде папа и мама должны любить, но они иной раз и любят, просто из-за своей взрослости они как-то по-своему это проявляют, да, и все наказания, дисциплины, они иной раз ребенком воспринимаются как раз-таки как нелюбовь. Поэтому мне кажется, что вот мудрость должна быть у родителей и у нас всех именно в этом моменте, вот одно из. Что вы еще дополните? Я могу потом подойти. Да. Я хочу сказать, что, наверное, на первом этапе, ну, я самый молодой отец, да, здесь, и у меня вот как раз в нашей семье вот проходит вот этот вот с первого до восьми или до пяти лет, и он разный, у нас двое детей, и они очень и очень разные. И мальчик и девочка, да, год разница, и ты, ну, не успеваешь иногда переключиться. Тут так, и ты думаешь, они должны себя так вести, а тут уже... Поэтому, но как христиане я рад и надеюсь, да, что у нас с Божьей помощью получилось, даже не знаю как,
привить им зависимость от Бога. Были моменты, когда вот случались какие-то такие потрясения, ну, для детей, да, вот в их жизни, в маленькой той, и они молились в это время, вот там призывали кровь Христа и все такое. И для меня это было очень важно и ценно, потому что я знаю, что меня не будет в каком-то периоде с ними уже, да, скоро, потому что время летит очень скоро. Куда собрался? Я не собрался никуда, но я понимаю, что они в свою жизнь. Вчера мы только их родили, а сегодня им уже 5 лет. И когда это случилось? 5 лет назад. Да, я уверен, что и следующие 15 пролетят очень быстро. И они будут иметь Бога, да, который вот всегда рядом с ним, и они знают, что Он рядом, Он их защитник. Они поднимаются, света сегодня нет, по парадной поднимаемся, и темно в парадной. Дочь говорит: «О, я боюсь», и сын говорит: «Это Бог же с нами, чего нам бояться?» И это, ну, как-то по-детски, но это очень важно. Заложить, вот если мы говорим о христианстве, заложить в детей зависимость от Бога. И понимать, что Он их Отец, Он рядом, Он всегда с ними. И молитва, да, которую они молятся, они знают, кому молятся. Поэтому я, вот честно говорю, не считаю, что это вот какая-то там наша большая заслуга, но не знаю, как у нас это получилось. Но я рад, что получилось. Давайте, как бы, мы говорим о этике отцовства или родительства, да, такого, и на основании Писания. Все Писание Боговдохновенно. А оно для чего? Для поучения, научение, да, наставление и так далее. В вере. Итак, мы понимаем, что вы сказали там с года до 8. Я, извините, что я немножко так по-еврейски, мы начинаем наш отсчет еще раньше. Для воспитания детей вообще-то нужно себя в первую очередь настроить, что ты становишься родителем. То есть путеводителем для твоего сына или дочери в будущую жизнь. Ну, вот как бы так то говорит Писание. Потому что говорит, когда твой сын спросит тебя, что это за праздники, что вы, папа, там празднуете, ты должен сказать, что вот что произошло. Но еще больше. Во время Ишуа, времена вот Ишуа, вот да, Иисуса, ну, извините, там кто-то может смотреть нас, не знает имя, что такое Ишуа, потому что мы где-то какие-то еретики, но Иисуса, да. Посмотрите на родителей Мессии. Во-первых, Мирьям, когда она зачала, она говорит: «Да будет тебе мне по слову твоему». Первое, это что нужно понять, что каждый ребенок дан Богом. И принять этот дар от Бога. Когда ты принимаешь, ты берешь на себя ответственность. Следующее, мы понимаем, что приходят роды, да, и некое вот, даже когда Иешуа родился, Иисус родился, какое-то благоговение перед тем, что это жизнь, данная в твои руки для воспитания. Потом мы видим следующее, что проходят дни очищения Мирьям и Марии. Да, и это тоже процесс, который связан с родительством. И когда потом мы видим, что Иисусу исполняется 8 дней, да, 7 раз отмерь, на 8 отрежь. Вы сейчас нас в закон вводите, это родительский. Поймите меня, я считаю, что это родительский закон. Потом, и так как он первенец, его нужно было, как бы, есть такой подъем, это или подъем, это посвящение первенца. Нужно было принести жертву за него, да? Выкуп у Бога своего первенца. Это не практикуется сегодня среди христиан, больше иудейской темы, мессианской темы, да? Но там есть посвящение. Мы говорим о молитве. То есть весь путь начинается у него, у ребенка, фактически с рождения. И родители должны настроить себя. Некоторые верующие, уже как бы родители, они считают, что как вот с года где-то начинается. Мой опыт с моими детьми, даже с моим внуком, мы, когда они попали домой после роддома, у нас всегда была одна вещь. Мы
мы понимали, что это Богом данный ребенок. И мы начинали делать, например, молитва Шма. Это провозглашение нашей веры. Мы в еврейской, иудейской теме это очень важно. Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль. Господь Бог, Бог один есть. Это мы пели им, да? И делали песни. И вы знаете, буквально там проходило месяц-два, ты начинаешь петь, и этот ребенок, он поворачивает голову, он слышит, он начинает реагировать. И это основы родительской ответственности. И каждый день ты начинаешь вкладывать в него. Потому что, когда мы говорим, когда им станет год, это будет ситуация так. Но в иудейской теме ребенок до трех лет, его, например, не стрижут ему волосы. Да, там, считается, как бы это детство такое. Потом посвящение... Да, травма раньше. Там обрезали кое-что другое. Да, да, да. Как раз в этот день у него травмы и нету, да. Но самое важное, что потом начинается обучение Торы, изучение Слова Божьего. С какого возраста? С трех лет. С трех лет. С трех лет. Ну, согласен абсолютно, как бы если... даже, то есть это не только иудейская традиция, то есть как бы на примере иудейской традиции, Валентин Романович, я так понимаю, вы показали вот влияние на ребенка. Если мы, да, если да. Мы говорим о христианском воспитании, да, то оно не начинается, когда ребенок вот начинает. Вот я это хочу сказать, что по сути, тут надо вспомнить предыдущую нашу передачу, когда мы говорили, что жизнь начинается еще с момента зачатия. Угу. Да? То есть, конечно, если мы говорим о полном вот таком цикле, то еще в момент беременности мамы, молитвы, благословение плод чрева, благословение ребеночка. Это есть благословение плод чрева твоего. Да, благословен плод чрева твоего, как та же Мария Елизавете, да, в синодальном тексте. В общем, это важный момент, это уже прививается ребенок, он... будучи у мамы в утробе, слышит молитву, какое-то мироощущение у него уже есть, безусловно. И об этом говорят даже доктора? Ну да, да, доктора об этом говорят. И, конечно же, с момента рождения и весь первый период, и дальше ребенок, дети, они должны видеть культуру поклонение, культуру пребывания в Божьем Слове, там, детские Библии, когда уже ребенок там понимает, что это взрослые Библии, как угодно. То есть вот эта культура библейских ценностей, в ней должен формироваться ребенок. Быть на богослужениях. Быть на богослужениях. Как себя вести. Это там, все влияет все. На ребенка. Я говорил, мои дети, когда вот подрастали, да, мы говорили, время спать. И мой младший и всегда вот так. Ему он брал любую книгу и говорит бабл, бабл. То есть Библия. Это означало бы молитва Шма, да, там за них мы читали. То есть оттягивание сна. Места Писания мы читали. Читали, и они понимали, что это такое, вот это привитие, как говорится, кто из сына, научи, повяжи, да, научи сына твоего на пути, учи. И этот путь. Все-таки я как бы настоятельно, да, завершая, возможно, эту мысль, хочу все-таки вспомнить, что я сказал выше. Мне кажется, очень важно. Не только в хорошем смысле слова религиозный акцент должен быть в жизни ребенка, но и ребенок должен расти, вот принимая все эти библейские ценности на базисе того, что он принят родителями. То есть любовь родителей должна быть направлена на ребенка, однозначно. Бог есть любовь. И если Бог есть любовь. Если да. Мы даже верующие люди, мы должны быть переполнены любовью. Ну, должны, но как практика жизни показывает совершенно разные вещи. Да, если мы спросим... Возлюби врага своего, чтобы сын твой или дочь твоя... У разных людей, что они вкладывают в понятие любовь, они ответят вам по-разному. Да, Лех Сергеевич. Не, все. Напоминаю, что мы говорим о дисциплине обучения, о первом этапе воспитания детей. Дай мне свое внимание. То есть как привлечь внимание ребенка. И мы услышали такие советы. Это любовь, да, проявление любви к детям, всеобъемлющая любовь, любовь без изъянов. Второе, мы говорили о том, что мы должны привить им почитание и опору на Бога.
Правильно я понял, да? Третий момент, мы говорили о посвящении родителей и создании особой атмосферы, в которой ребенок впитывает, да, как губка. И есть такая фраза, которую часто мы повторяем, родители, дети не всегда будут слушать своих родителей, но всегда будут им подражать. Поэтому момент подражания очень важен. А теперь такой вопрос, может быть, провокационный. Бог называет нас детьми. У нас дети, да, разного возраста сегодня. Вот оглядываясь назад, с точки зрения вашего роста духовного, вашей позиции, вашего служения, что вы упустили в воспитании своих детей и о чем вы сожалеете сегодня? Что вы не могли дать им или не дали по незнанию, по малодушию, по занятости, не знаю. И вот удивишься, я скажу, что я ничем не жалею. Вот как бы так, даже когда нужно было применить жесткую дисциплину. Возможно, у них есть ко мне претензии, потому что как я как служитель, как пастор, как ребе, да, что я не всегда уделял им время, как бы они хотели бы, да, ну, может так, что, да. А где-то мои дети говорили: папа, тебе нужно было более жестко с нами поступать. Сами говорят, мы просто его разводили, надо было пожестче с нами. Наверное, мы какие-то вещи бы не сделали. Я как отец, честно, я не сожалею, как я воспитывал своих детей. Потому что вот вчера, вот на той неделе, да, воскресенье было День Отца. Да. И каждый из сыновей мне позвонил и сказал, и написал мне, что как бы такие слова, что я хочу подражать тебе. Я хочу быть похожим на тебя. Да. Ну, хотя они не похожи на меня. Не, я понимаю, что есть взаимоотношения, но все-таки вот что бы ты дал детям больше, чем ты давал им или мог бы дать? Смотрите, я не стал служителем во время, когда я вот, родились дети. Все-таки мы стали как бы более служить в служении, когда нашим детям, может быть, одному было там 7, 6 и 4. Вот, вернее, 5, почти там, 3 года, за 3 года трое детей. Тебе сложно, а мне 3 пацана. Но у меня было расписание. Я себе, как отец, я настроил себя на расписание. Работа, время с детьми, провождение очень хорошего времени с детьми, баловаться, имею в виду, гулять с ними, кататься с ними. Когда они подрастали, ролики купили, я с ними катался. То есть, как бы, нравилось ли мне это, я не знаю. Я, наверное, не очень так соображал как бы, в этот момент. Но я понимал, что это моя часть. Вот если каждая семья настроится, что это Богом данная возможность с них сделать человеков, да, вот людей, которые по образу подобию Божию, и мы вложим туда свои силы, это наша ответственность. Я встретил совершенного отца. Бог только совершенный отец. Когда я уже стал как служителем, мое время, оно было больше к людям и так далее. Я где-то там упускал это время провождения больше как с детьми. Татьяна, моя жена, больше с ними уделяла мои поездки длительные и тому подобное. Конечно, это как бы, может быть этот минус, но мы понимаем, что должна быть какая-то компенсация в этом деле. Да, Виталий, может, у вас что есть? У меня есть старший, у нас с женой, с Наташей, старший сын и дочери, младшие. Ну, средняя и младшая дочь. Вот дочери, они погодки. А старший сын намного старше их, да, то есть там 10 лет. И как раз вот его вот этот период, там, 5, 6, 7, то есть вот как раз вот с 5, если, мне кажется, 5, вот с 5 до 6, это вот этот переходный первый такой вот важный момент, хотя все годы важны. То есть, у нас есть выражение «ужасные 2», «terrible 2», «ужасные 2 года». Это самое-самое-самое. Дай. Так вот, то, что я не сделал, даже был момент, когда уже у взрослого сына я сказал: слушай, прости, что я был молодым папашей, и я не все понимал на самом деле. То есть для меня очень важно, для меня семья...
Семья, это было впервые, да. Семья для меня и была, и есть, и надеюсь и верю, что всегда будет, это номер раз в жизни, да, то есть Бог, Он вне места, естественно, Бог, Он все во всем. Но вот моему первому, скажем, не повезло в том, что я слишком много времени отдавал другим людям, чем ему. Как пастор. То есть я был служителем и пастором, и вот уже дочерям я делал все возможное, чтобы, то есть я им много времени давал. Девочки, что ты хочешь? И плюс они девочки, конечно же, я им много времени давал, но вот больше времени, вот именно внимания, отцовского внимания. Я думаю, что каждый родитель просил прощения у своих детей, какие-то моменты. Вот я думаю, что это не то, что мы сильно сожалеем, что мы сделали, но понимали, что в этот момент что-то мы не сделали чересчур не так. Не, я не говорю о сожалении, я говорю о том, чтобы научить тех людей, которые смотрят передачу, поделиться личным опытом, возможно, что-то отвлекало нас. А вы, Олег Александрович, вот... Вы задаете сильно много вопросов. Да, слишком. Я думал, что я только вопросы задаю. Комментирующие вопросы задаете, а вы? Спасибо, Олег, спасибо. Ну... Исповедание. У меня, наверное, больше, чем у вас было моментов сожаления. Но я действительно заметил одну вещь, которую сказал Виталий, о том, что у меня есть опыт, когда мои дети пришли в церковь, и один был старше, другой младше, у них разница тоже около 2 лет, год там и 9 месяцев. Но я вижу, как младший быстрее влился вот в структуру христианства, да, если так назвать, или в атмосферу христианства. И сегодня ему даже все дается легче, чем старшему, который был уже более сформированный, который проходит через какие-то уже личные ломки, через какой-то переступает через сформировавшийся характер. И вот я, ну, жалею, наверное, самое большее о том, что я раньше не узнал истину и не пришел к Богу. Но с другой стороны, у нас прекрасные отношения, и мы сегодня друг друга вдохновляем двигаться дальше. И вот сейчас мой старший сын готовится к водному крещению. Может, это поздно, но у Бога... Говорится, лучше позже, чем никогда, да? Да. У вас, Олег Савельевич? У меня же первый период. Я еще не могу понять. До 8 лет еще не дошел, да? Я не успел еще понять, что не додал. Но я думаю, что все-таки вот хотелось бы то, о чем вы говорили, больше внимания. А где-то тут думаешь, может, я буду неправ, что нужен все-таки баланс, чтобы не воспитать там эгоистов. Но в то же время и хочется больше внимания давать. Вот так. Это плюсы-минусы. Падшая природа человека, она выявляется с дня рождения детей. Потому что, когда они начинают кричать и голодные, это чувство требования. И они получают на их требования ответ. Понимаете, да? То есть он формируется, что если я кричу, дайте мне, или что-то меня печет, я не могу высказать, то родители должны обязательно устранить мою потребность. И вот в этот момент, когда нам нужно тоже быть и, наверное, чувствительными к этому, наверное, там, когда ты даже делаешь что-то для ребенка, не злиться, да, потому что он требует, он еще не может все высказать, понимаешь, что это маленький ребенок, но при этом что-то, наверное, говорить, там, папа тебя любит, ты там не сильно кричи, потому что мы все слышим. И вот иметь общение. То есть вот должен быть диалог постоянный. Я думаю, в моем моменте это было такое. Я вставал ночью к детям. Вот как бы так. Я пытался, чтобы моя жена выспалась, да. И я, когда ребенок чуть-чуть там что-то там, я раз как его быстренько посмотреть, что все ли нормально. Как бы. Я пытался, как отец, положить в них мои чувства. Я даже не знал, как это делается, да, но я понял, что это дар от Бога и моя ответственность. И, конечно же, когда они стали уже подростками, там уже другой совсем опыт воспитания, мы это, может быть, потом обговорим, но Жестко было.
Видать, жестко было так. Не, это... Я думаю, жестко, это тяжело сказать так. Это, там были какие-то принципы, которые нужно было с ними работать, на этим принципом. Ну, без принципов нельзя воспитание. То есть дети должны знать границы, они любят границы, даже если они пытаются их они преодолеть. Они любят и за границу тоже. Но они пытаются все время провоцировать родителей, чтобы узнать их слабые стороны. Вот я вот когда-то читал еще до «Женитьбы» книгу, готовился к отцовству, как оказывается, намного раньше. И вот позавчера ее снова нашел и хочу это начать Библия, читать. Это Библия, а Библия да? Это хорошо и правильно, но есть еще вспомогательные, как бы, то вот называется «Дети, где проходят границы», да? Или «Дети, границы, границы», что-то вот так вот. Хорошие два писателя христианских, поэтому хочу начать вот читать про границы. Ну, хорошо. И хочу задать следующий вопрос, очень похож на предыдущий. Обращаюсь к вам как к служителям, да, которые служат людям, в церквям, в которых есть семьи, в которых есть дети. Каковы вы видите основные ошибки родителей вот, в ваших церквях? Вы знаете, я сейчас не хочу акцентировать, мы знаем, как правильно, да, воспитывать детей. А вот, может быть, людям легче увидеть ошибки, то, с чем они сталкиваются, уже последствия. Какие вы видите ошибки в воспитании детей в церквях, в которых вы служите, или людям, которым вы служите? Мы с тебя начинаем, я посередине где-то. Ну, скажем, один из моментов, с которым я сталкивался реально, общаясь с детьми, с подростками, хотя понятно, что подростки, они... Это свой мир, но тем не менее формирование подростка, оно идет с детства, и семья, оно играет колоссальную роль, это однозначно. И на мой взгляд, самая большая ошибка родителей, это не настолько серьезно быть в ценностях, библейских ценностях дома, как в церкви. То есть в церкви все поклоняются, все любезные, все... сдержанные, ну, по крайней мере, максимально стараются так быть, да, а дома родители расслабляются, и родители могут позволить себе накричать друг на друга, родители могут позволить себе обозвать друг друга, я говорю о верующих людях, но мир стрессов, эмоций, как бы можно понять родителей, с одной стороны, но когда есть дети, дети, они, как правильно Олег сказал, что они, может быть, не всегда будут слышать, но они всегда видят. И вот у детей происходит разлад, они видят фальшь, они конфуз, да, спасибо. Может быть, они не говорят об этом вслух, что это конфуз для меня. Они не могут это объяснить, но у них происходит конфуз. И исходя из всего этого, родители хотят, чтобы дети, они возрастали в вере. Но сами не создают эту атмосферу культуры Царства Божьего, ценности библейских в семье, возлагают это на церковь, что воскресная школа есть, или там клуб детский, да, или воскресная школа, и вот мы туда приводим, и там это должно все произойти. И потом может быть претензия даже, что что-то там плохо учат моих детей. Дети учатся от родителей и в семье. Ну, как я уже сказал, дети начинают манипулировать с дня рождения. Не имеется в виду празднование дня рождения, а с того момента, когда ему хочется кушать. Это тогда, когда требуют. Ну, момент, да, кричать. А вот они формируются таким образом. Я думаю, что одна из ошибок многих родителей, когда они начинают разделять такую функцию, как хороший полицейский, плохой полицейский. Да, вот. Вот и где-то кто-то начинает более добрый быть, кто-то более жесткий, кто-то берет позицию воспитания более такого консервативного, а другое может послабление. И дети это видят и начинают манипулировать этой вещью. И вот тогда они могут нажимать на некоторые кнопки, где видят провокации в родителях. Да? И это становится как бы такой вот манипуляцией. Мы с моей женой, мы сразу договорились, что, например, если она воспитывает детей, я туда не влажу.
я не становлюсь защитником для своих детей. Я могу потом с ней поговорить, или она может со мной поговорить после таких, может, жестких таких воспитательных процессов, но ни в коем случае. Я хочу уточнить, но это не разделение функций, это просто ее конфликт, например, с детьми, или ситуация, и вы стараетесь смотреть на это со стороны. Либо когда я... У меня поддержка жены или мужа постоянная. Постоянная поддержка. То есть, чтобы дети понимали, что вот это и есть принцип семьи, и не уходили. А когда кто-то там начинает из родителей защищать, что ты делаешь? Так это не сделай. Что ты себе позволяешь? Он врубился, понял, что здесь можно делать. После, надо, тебе не нравится, закрыться где-то дома, чтобы не слышать, или что-то еще, плачет, или что-то еще. А потом, когда все улеглось, сказать, слушай, тяжело, давай по-другому будем поступать, давай мы решим. Дети не должны видеть, когда родители ссорятся. Я думаю, что это очень важно. Согласен. Это не должны. Что бы ни происходило, родители, вытерпите, потерпите, выдержите эту паузу, потом разберитесь на публике, при детях. Особенно, когда малые дети, не нужно делать. Да, очень согласен. Я вас слушаю, да. Опыт больше, чем пасторство в наблюдении за детьми в церкви, да, то есть с детства. И сейчас могу хорошо проследить, что как бы я все-таки более сторонник того, что мы спасаемся верой и тому подобное, не делами, да. А как, может быть, раньше это больше проповедовалось, что всегда нужно что-то делать. Но я вижу также, что мы можем перейти в другую крайность и не приучать детей служить в церкви, служить людям. Вы помните, мы говорим о возрасте определенном, то есть этот возраст попадает тоже, да? Да. Потому что вот в этом возрасте, вот о чем вы как раз и сказали, это то, что дети всегда будут делать то, что вы делаете, да? И если мы прихожане в церкви, то большая вероятность, что дети наши тоже будут прихожанами. Прихожане, что я имею в виду? Да? Да, пришли в воскресенье, всплыли, как подводная лодка, маякнули и снова под воду ушли на целую неделю. И дети, и может это грубо звучит, это такое вот поверхностное христианство и участие в жизни церкви. Я бы, наверное, советовал или хотел бы, чтобы родители показывали больше пример служения в церкви. Потому что служение в церкви, оно как раз и будет потом дисциплинировать наших детей. Оно будет их окружать правильными людьми рядом, которые, оно им откроет сердце жертвенное, сердце служителя, оно будет заберет у них вот этот вот эгоизм, который у них есть с рождения, да, и научит их отдавать и Богу, да, и людям. Поэтому я бы, наверное, вот видел то, что я видел, например, это нету хорошего примера подражание служителя, да, и я не говорю о пастыре, и служителя как человека. Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Да. А теперь вернемся к родительскому состоянию Марии и Иосифа. На Песах, да, они... На были, Пасху. На Пасху. Они были в Иерусалиме. В храме, да. И после празднования спокойно пошли себе обратно. 3 дня пути. Где сын? Куда? И они возвращаются и говорят ему, что ты сделал так бы с нами? И он говорит, разве вы не знали, что мне должно быть там? То есть в доме отца. То есть я там должен быть. И удивительная часть, что привитая, да, скажут, он же мессия, он же как бы с неба, у него должна быть с детства такая связь. Это все равно написано, что они пошли, они сделали. Озвучьте это, что родители Мария и Иосиф с детства
прививали однозначно. Поклонение и так далее. И у него сердце было в храме. И они ставили он служил там. Да, и они ставили это приоритетом. То есть это не было, ну ладно, идем, все идут, и мы пойдем. Вырастешь, сам выберешь. Да, да, да. Вот вырастет, сам выберет, ходить или не ходить, поэтому, служить или не да, служить. Да, я думаю, что это важно, вот, подражение родителям. Да, но часто все смотрят нас, говорят, какие сектанты, дети должны иметь какую-то свободу. Свобода должна быть не выбора их, а свобода взаимоотношений. Ну, конечно, свобода. Вот свобода, ты можешь свободно играть в церкви на барабанах или на гитаре. Ну вот свобода, выбирай. Понимаешь? Ты можешь проповедовать или можешь петь. Выбирай, пожалуйста. Ты можешь открыть церковь в этом городе или в другом городе. Пожалуйста. То есть свобода выбора. Что имеется в виду? При воспитании нам учитывать надо свобода и рамки. То есть я всегда объясняю. Свобода – это не делать, что хочешь. Вот именно. Это очень важно, понятие свободы. Философское, но важно. Я всегда говорю нашим людям, которые в общине, в библейской школе, 10 заповедей – это подарок любви. Это свобода. Скажите, как это закон. Действительно, это законы, которые оградили тебя. И в кругу этих законов ты свободный. Но как только ты сталкиваешься с этими чувствами бунта, или как там, например, там, украй что-то, ты сталкиваешься с этим законом нельзя, и он тебя назад. Будь тут свободно. Зачем тебе идти в тюрьму за воровство? Стой там. Он тебя подталкивает. Живи в свободе. Да. Но он имеет рамки, которые мы должны как родители это дать детям. Да, мне нравится одно выражение, которое я услышал у человека, который неверующий, по моему пониманию, да, он светский человек, но он сказал, моя свобода – это максимум ограничений. И он говорит, я себя в них комфортно чувствую, потому что я знаю, что мне не нужно делать или через что переходить. И люди, которые не воспринимают свободу навязанных границ, потом их останавливает полиция, да, там, тюрьма, к сожалению, такое бывает. Слава Богу за то, что Бог сегодня открывает возможность людям проповедовать в тюрьме, но зачем доводить до этого, когда можно детям привить лучше. Есть родители, которые делают из своих детей идолов? Есть. Но я хотел бы ответить на этот вопрос уже я. Да? Давай. Вы сказали. Все глаза на тебя. Это то, с чем я столкнулся, и то, что я вижу очень часто в последствиях или в жизнях других семей или других родителей. У меня есть период такой, да, до покаяния и после покаяния. И мои дети видели меня в одном статусе и в другом состоянии. Но я не говорю, что у меня были там, не утверждаю, что у меня были зависимости или какие-то большие проблемы. По меркам мира я был вполне успешным человеком, нормальным. Но в чем ошибка заключается? В том, что после покаяния или встречи с Господом родители настолько радикально меняют свои отношения и требования к детям, что для детей это становится непреодолимой травмой или какой-то. То есть они не понимают, что вчера были одни границы, одно понимание, одни свободы, сегодня тоже совершенно по-другому, и они не узнают своих родителей. Поэтому у меня такой совет, что к людям, что объясните людям, во что вы уверовали, детям. Объясните им, почему вы изменили свое поведение, почему вы делаете те или иные вещи. Потому что я видел очень много семей, которые после покаяния просто теряли своих детей, которые вырастали. И под принуждением они ходили в церковь, но как только они становились взрослыми, они бросали это все, потому что, я не знаю, может быть, действительно родителям не удавалось создать эту атмосферу любви или было больше законничества, чем свободы во Христе, но есть такая. Да, Библия об этом говорит. Когда сын твой спросит тебя, что это за праздник, говорит конкретно о Пасхе, да? Ты должен сказать, мы были рабами, но Бог сильной рукой своей вывел. И поэтому я думаю, что одна из ошибок родителей – это не объяснить, почему мы верующие. Я своим детям объяснял, ты знаешь историю, как вообще наша семья пришла к Богу? И дедушка во время войны, мой дедушка, твой прадед, да? Во время войны с ним такое случилось, и он дал обещание Богу, и он спасся, Бог его спас, поэтому он передал нам, и мы передаем тебе, и говорим это об этом. Хорошо, следующий вопрос. Если один из родителей неверующий,
И мы знаем влияние традиций, метода воспитания, что каждый приносит в брак, да, свою сторону, свое понимание семьи, свои методы воспитания. Ну вот как быть в этой семье? Что вы порекомендуете людям, которые вот покаялись, будучи уже в браке, и которые не хотят разрушать свою семью, они любят своих детей, любят своего мужа или жену, но есть противоречия. Как такому человеку доносить истину до детей и... Детям о родителях или же партнеру о воспитании детей? Мы сегодня говорим о воспитании детей. То есть, как человеку, да, будучи в браке с человеком, который не верит в Бога, да, или верит, может быть, по-своему, да, в своем понимании, как им воспитывать своих детей для того, чтобы привить правильные истины и правильные ценности? Я думаю, что это первое, это договориться. Если люди любят друг друга, да, тогда есть договор. Ну, имейте не подписан, письма, а вот устная договоренность и общение. И если один из супругов христианин, да, будем говорить, более религиозный, и видит, что какие-то вещи происходят, которые не совпадают с Писанием, спокойно, спокойным образом, ни в коем случае не винить другого партнера в его некомпетенции, объяснить, что будет лучше. Потому что я верю, что мы, как родители, не можем сказать «нет» ребенку. Что я имею в виду? Он что-то сделал, да нет, успокойся. Ну, он не понимает, что значит «нет, успокойся». Мы должны остановиться, сказать, давай мы поговорим с тобой, почему вот это должно остановиться. И я говорю на основании Библии, там, одно, второе, третье. То есть будем говорить так, у нас дома были такие моменты. Я приезжал с поездки, да, и моя жена говорила так, пацаны сделали вот это и это. Я иду спать, а ты как бы поговори с ними. Ну и у нас разговор был просто полтора часа. Вот издевался. Думают, лучше я ничего не буду делать, чем буду слушать. Он говорит, лучше бы, наверное, дал ремня. Да, такой. Но я говорил о том, что посмотри, вот Библия говорит об этом. Я вот, мое положение, объясняю. Если ты не получишь возмездие за то, что ты сделал, ты не поймешь, что есть хорошо и плохо. Это наша позиция. Неверующие, у них есть тоже мораль. У них есть тоже какие-то стандарты, с которыми они согласны. Вот там нужно уже договариваться. Как мы воспитываем детей? Я думаю, что одна из, на мой взгляд, правильных поведений и воспитания детей, не исключающая того, что нужно с супругом, да, или супругой там, договариваться о какой-то модели воспитания и тому подобное, но дети должны увидеть, что после встречи с Богом их отец или мама, они стали лучше, они стали ближе, они стали больше... Ну, наверное, понимать тот дар, который дал им Бог, да, спасение и ребенка, и вот детей. И это, ну, любовь, да, она будет влечь за собой и, наверное, желание подражания. И желание тоже узнать того Бога, который вот изменил, да, который... сделал моих папу или маму вот таким, которые они стали лучше, не фанатичней. Они не стали постоянно где-то там пропадать. И я вообще для них не интересен, и все. Для меня там самое главное церковь, Бог, и там скоро, может, вообще монастырь будет, и все, и не будет у меня ни мамы, у меня не стало мамы и папы. А после встречи с Богом, чтобы дети увидели, что родители стали лучше, или родитель стали лучше. То есть я так понимаю, что неправильное поведение
уверовавшего родителя может привнести сумятицу в умы детей, да, и в умы мужа. Потому что, да, пришел всегда к Богу, стал вроде бы правильный, да, сделал правильный поступок, а я не знаю больше своего мужа. А характер не поменялся. Характер замкнулся где-то. Вот видите, там, то есть фанатиком опять все-таки мы возвращаемся к моменту не как такового, а вот религиозного воспитания ребенка, а все-таки вот этически морального воспитания ребенка. То есть все-таки вот любовь, она возвышается или наоборот является этим фундаментом. На мой взгляд, религиозно это имеется в виду не обрядническое. Лучше сказать так. Вопрос традиции. Да, просто традиция. Вот мы идем в церковь, мы читаем Библию, вот как бы навязывая ребенку данный вопрос, вот жесткости. Не объясняя. Просто формально мы это должны делать, и все, и ребенка будет... Потому что так надо. А ребенок действительно не видит этого смысла. А папа или мама нервные, как были, так и есть. Там кричат, ругаются и так дальше. Но в любом случае, если мы говорим о том, что один родитель верующий, другой неверующий, и вот ребенок между ними, соглашусь с Олегом, что, как правило, любой неверующий родитель, он все равно желает своему ребенку как-то, чтобы привились какие-то правильные вещи. И в большем проценте обычно женщины первые обращаются ко Христу, мужья, они потом догоняют. И вот мужья обычно отдают приоритет жене в воспитании, вот какие-то что-то, книжку там почитать, ну, Библия, там, детская Библия, там, что-то помолиться, там, это там, хороший сценарий. Пойти. Я говорю, хороший сценарий, и, в принципе, это большой процент именно такого момента. Естественно, есть более конфликтные ситуации, но, тем не менее, соглашусь также здесь и с Валентином Романовичем, что верующий родитель, который обратился ко Христу, должен поговорить со своим мужем или с женой, что я бы хотел прививать вот правильные ценности нашему ребенку, и любой родитель согласится с этим. Ну, если есть взаимопонимание с родителями. Конечно, мы говорим именно в этом моменте. Мне тоже кажется, что если человек действительно узнает Бога, любовь Христа, он начинает стараться угодить или служить другому человеку. И мне кажется, что в таком случае нужно удивить не только своего мужа или жену, но и детей, да, своим поведением. И как есть такое выражение, что лучшее, что могут дать родители своим детям, это любовь между собой. Да. Самое большее. Да. И когда дети будут видеть пример подражания, у них будет формироваться мышление или понимание своей семьи. Но при этом не надо забывать, что мир вокруг наших детей, он жесткий. И он всегда будет влечь, ну, у нас привлекать, будет, да, закрет, да, будет, мы потом поговорим тема, об этом. Да, да. Будет, да. И сейчас я хотел задать еще один вопрос. Бог называет нас детьми своими, да, и Иисус призывает нас быть как дети. Вот как служители церкви, мне хотелось бы услышать от вас советы, как церковь должна воспринимать детей, и мы говорили о важности атмосферы в доме, которую создают родители, но также важно, чтобы церковь не была институтом, который отталкивает детей от себя. Что, по вашему мнению, должна делать церковь или может сделать церковь для того, чтобы дети полюбили быть среди верующих, общаться с подобными себе и вырастать в этой атмосфере? Я видел два примера в своей жизни и хочу быть и делать в своем опыте, да, второй. Первый я видел, что служение или литургия, да, вот, которая проходит, вот все, оно было вознесено в облако или в статус такой святости, неприкосновенности, что вот если муха там нечаянно пролетит, то ее нужно там сбить, расстрелять и все. Точно так же и с детьми. То есть, и все начать сначала. Да, там дети тут сидеть, тут не двигаться, тут ходить, так выходить, там то, не прикасаться, все. И это, ну, и но видел... Но ты же остался человеком после этого. Не, у моей церкви, там, где я рос, такого не было. Да, у меня, я
ходил всегда с папой на богослужение, мог спать под стулом, ну, за которым он сидел, а потом стоял и проповедовал, мог сидеть рядом. То есть у нас было как-то все-таки... Это свобода. Я помню, сколько раз я усыпал и просыпался под горячие молитвы, и они меня не пугали. И того. Но я говорю уже о каком-то позжем опыте, да. И я видел другой образ, где дети в церкви, это, ну, были другие ценности, да, были ценности не что происходит, а ради чего происходит. И мне кажется, что где есть там Бог, да, где есть Христос, там не может быть тихо, там не может быть все стройно, да, там все весело, может быть какой-то, как нам кажется, хаос происходит. Балаган. Ну, такое, да, мне это слово не очень нравится, но есть жизнь, вот, да, жизнь. А жизнь, она не всегда квадратная, она не всегда вот такая прямоугольная. И когда на служении, ну, там, дети, даже когда не было у нас детей, когда дети там кричали или там плакали, ну, я не делал и не думаю, что это вот что-то вот такое вот страшное, да, это нормально. Ну, это ребенок, ну, он не может быть как взрослым еще сдержанный, вот как мы. Поэтому... Церковь не должна отталкивать детей вот такими вот какими-то строгостью и законностью, но пусть будут законы другие, да, которые в сердце, которые в принципе написаны, и это будет привлекать детей. Соглашусь с пастором Олегом, то есть чуть-чуть переиначу. Атмосфера принятия, конечно же, должна быть в церкви. Принятие всех. Но конкретно мы говорим о детях. Вот дети, они, приходя в церковь, они должны ощущать, что их тут не гонят. Не запрещайте детям, да, приходить. Не запрещайте, совершенно верно. Иисус сказал эти знаковые слова, не запрещайте детям приходить ко мне. Взрослые всегда думают, что дети мешают. И ученики не пускали детей к Иисусу. Он говорит, не запрещайте приходить ко мне. Тем не менее, на богослужении... есть свои какие-то правила тоже, да, там ход богослужения там и так далее. Поэтому вот тут и нужна мудрость служителям, там, пастырям, нам, служителям, вот создать вот каким-то образом, чтобы был абсолютный баланс, чтобы и не запрещать детей, не строить детей все время, да, но, соответственно, и создать им определенные условия. Воскресные школы, там, я не знаю, всевозможные какие-то программы, которые будут их захватывать, которые им будут хотеться бежать в церковь. Еще и родители. Ну, я думаю, что у вас тоже есть эти свидетельства, истории, когда даже родители не очень хотят, а там устали отдохнуть, а дети хотят в церковь, потому что там какая-то программа, там друзья, там воскресная школа и так дальше. Поклонение, в конце концов. Это я сделал как бы три сценария, которые иногда происходят. Первый сценарий – это когда родители, которые, ну, вы так, пришли к Богу, ну, как бы, они не выросли в религиозном атмосфере, да, или там христианская, или там мессианская, да, вот мы говорим, они имеют в своем разуме одну простую вещь. Зачем детей нагружать вот приходом церковь или там еще куда-то, там, если меня Бог нашел, меня спас, то пускай он его и спасает тоже. Это одна крайность, которая, когда родители как-то так беспечно относятся к вообще воспитанию детей. А потом, они потом жалеют, как бы, но уже поздно. Вторая часть, это людей, которые приходят на собрание, приводят детей. Но когда детям становится неинтересно, что-то происходит, они позволяют им делать что угодно. Понимаете, да? Там, смотришь, они там сидят, сейчас очень популярно, в телефоне, как-то еще, на тебе быстренько возьми там мультик, посмотри какой-то, там, главное, чтобы ты не беспокоил меня. Или там сразу отправляют их в детское служение, чтобы только рядышком не сидел. Я считаю, это удивительная крайность, которая тоже, я не думаю, что хорошо закончится. Потому что здесь не прививается культура царства.
не прививается абсолютно. Поэтому воскресная школа не может быть во время богослужения. Ты можешь так сказать. Да? И третий вариант, который, ну, как бы сказать, было бы более идеально, да? Когда родители могут показать и сами, в чем их, почему они приходят в общину или в церковь, что их вообще трогает, что его переживания. Вместе с ними они, дети находятся, даже когда детям не сильно нравится, ты начинаешь объяснять, это наша жизнь, мы к этому призваны. Очень тяжело, но давайте, я хочу в туалет, пошли с тобой вместе, мама, папа, ну я в туалет хожу, иди, я постою, когда ты выйдешь, я с тобой заберу обратно. Это, возможно, как бы так давление, но я думаю, что это прививается, эта часть богопоклонения, даже этим послушанием. Нечто и объяснять. Не, мы должны здесь быть. Стой здесь! Если не хочет, ну, пойдем вместе выйдем. Другими словами, не позволять им самоволие, то есть делай, что хочешь, только меня не трогай. Да? И это следующее, не приводить, потому что Бог его с ним сам разберется, да? А найти такой момент, где ты должен показать вере вашей. Покажите вере вашей. То, что детям покажи, почему ты любишь общину, почему ты любишь церковь, почему ты любишь поклонение, почему тебе нравится Слово Божие, почему тебе нравится молитва, почему тебе нравится вообще жить такой жизнью. Это все из семьи, друзья. Если ребенок растет в семье, не церкви, в семье, и видит это в родителях, он это воспринимает, он и нормально воспринимает тогда церковную жизнь родителя, потому что это взаимосвязь, очень прямая взаимосвязь. Я, конечно, к этому иду, что я извиняюсь. Нам нужно, действительно, нам нужно воспитание родителей, а мы говорим о воспитании детей. Но есть и хорошая, да, ну, поговорка или пословица, да, говорит, не воспитывайте детей, воспитывайте себя, потому что они будут такие, как вы. Да, прекрасно. Да, вот да. Мы провели параллель, и я думаю, что это самый, наверное, главный вывод сегодняшней передачи, что церковь начинается в семье. То есть то, что привито детям в семье, оно будет продолжением их и в обществе, и в семье, в взаимоотношениях с другими людьми. И очень коротко, последний вопрос, очень важный, духовный. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет такие слова. «Я не буду отягощать вас, ибо ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». И вот хотел бы, чтобы вы подытожили вот, результаты сегодняшнего общения, может быть, коротко. И как вы понимаете вот, слово «наследие», которое должны родители передать? Ведь часто родители увлекаются материальным обеспечением детей, покупают даже их любовь, их время игрушками или задабривая их. Но что же такое духовное наследие, которое мы можем передать своим детям? Все, о чем мы говорили выше. Сказал мне нечего. Смотрите сначала. Да? Безусловно, да, духовное наследие. То есть это вера, это культура царства, культура поклонения, библейские ценности. Это все нужно передать. Как одна мной очень уважаемая служитель сказала однажды, когда она вернулась из Израиля, она сказала, я подходила к стене плача и думала, вот как бы вот хочется как-то вот о чем-то особенном попросить вот на этом особенном месте. Знаете, как у нас, у людей есть какие-то свои эмоции по поводу Святой Земли Израиля. И она подошла, и она сказала, и вдруг я абсолютно увидела своих детей. И я поняла, что нематериально я хочу просить. Я искренне стояла и молилась. Суть не в стене плача, естественно, но там есть определенная атмосфера, да, которая дает эмоцию. Она сказала, я стала молиться пред Богом, чтобы мои дети служили Тебе, Господь. То есть как бы вот это наследие и хотелось бы передавать. Хотя материальное тоже очень важно. Это важно об этом думать также. Я думаю, что важно... Хотелось бы со всех сил это правильно представить Бога детям. Моисей, почему, поправьте меня, не вошел в обетованную землю, да, потому что он услышал от Бога какое-то слово, принял какое-то послание, и потом он его не с той интерпретацией передал людям. И показал Бога, который злой, который гневный,
И Бог сказал, именно поэтому ты не сможешь дальше пойти. Вы возмущаться позже будете. И поэтому хотелось бы вот передать правильное отображение Бога. Бога, которого мы узнали, любим и исследуем за Ним. Да, и передать им вот это, чтобы они последовали. Вот это духовное наследие, вот и хотелось бы, да, которое вот превыше всего, и чтобы они были так следовали за Богом, как мы, и лучше нас, и сделали больше, да, и дальше. Я думаю, что очень важная тема это в том, чтобы наследие наше – это Господь. Это то, что, чем мы живем, дышим, существуем, продолжаем существовать, от которого зависят земные, небесные благословения. И если мы сможем нашим детям передать, что, как Писание говорит, ищите прежде всего Царство Небесное, все остальное приложится к вам, да, то есть, что не будет обладать вашим сердцем. Самое важное, чтобы нашим сердцем обладало стремление быть с Богом, вот эти отношения. Все остальное земное проходит. Не все так будет, не всегда так будет. Понимаешь, это потом говорит, не думай, что так не всегда будет. То есть в момент здесь мы читаем, что даже у Иова все приходило, уходило, но отношения с Богом настолько были святы у Иова, что он говорит своей жене, что ты говоришь? Похули Бога и умри просто. Ты не понимаешь, что это значит. И если наши дети увидят, что наша самая большая ценность – вера и надежда на Бога, я надеюсь, я не то, что я убеждаю людей, я надеюсь, что они будут также следовать за Всевышним. Это и есть наше наследие. Брайан Хьюстон. Я услышал от него на конференции фразу очень важную, как раз насчет детей, поколения, следующего поколения. Он сказал, дорогая церковь, взрослые, давайте помнить, что вот тот для нас потолок, который есть в нашей жизни, во взаимоотношениях с Богом, чем он крепче, чем он выше, чем он крепче, тем и лучше будет пол для следующего поколения, на котором, ну, фундамент имеется в виду, на котором будет дальше выстраивать. Кстати, это вы переводили мне его, да. Это будет крепкий фундамент. Вот мы как родители, вот какое мы наследие хотим дать? В вере и в материальном, почему нет? Вот так мы его испытали, и мы знаем, на кого мы надеемся. Да. Надеемся, что они так же сами будут надеяться. Поэтому я еще одну вещь скажу, что Бог называет себя Богом живых, а не мертвых. Бог Авраама, Бог Ицака, Бог Якова. Ну, мы говорим как бы Бог народа, да? Но конкретно он семейный. Да? Бог Авраама, семьи Авраама, Ицака и Якова. Вот что-то особенное в этом моменте, где Бог благословил семью и ожидает, что он будет в этой семье, чтобы это почитало в семье. Если это будет, ты думаешь, наши дети будут дальше надеяться и доверять Богу. Хорошо. Мы в этой передаче говорили о первой фазе воспитания детей, да, дисциплинирования обучения, и она называется таким емкой фразой мы можем «дай мне свое внимание». Поэтому, подводя итоги, мы можем сказать, что важность влияния родителей на этом этапе заключается в том, чтобы привлечь внимание детей и, соответственно, вести себя духовным образом, создавая атмосферу царства в своей семье, приводя их в церковь, вдохновляя их любить церковь, служить в церкви и, возможно, исследовать себя, вникая в себя, в учение, для того, чтобы избегать многих ошибок или разочарований в жизни, когда дети наши будут подражать нам в наших, возможно, неправедных делах. Лучше бы в праведных, конечно. И мы, родители, ответственны за то, что мы созидаем или собираем духовное наследие для наших детей, потому что, отпуская их в жизнь, мы будем спокойны. У нас будет спокойная старость, мы будем уверены в их поведении, в их реакции. И... Наверное, мы ошибаемся. Спокойной старости у нас не будет. Ну, это потому, что мы беспокоимся. Сама суть. Вопрос, может быть, недоверие. Потому что дети всегда останутся для нас детьми, в каком бы возрасте они ни были. Хорошо, мы будем молиться.
У нас будет продолжение в следующий раз возраста или нет? Да, да, да. Да, будет продолжение. Ну, значит, следующая тема у нас будет во что верить и чему учить. Обучение основам веры 8-12 лет. О, как раз бар-мицва, бат-мицва. Мы поговорим это в следующий раз об этом. Хорошо. Готовьте, что там, камни острые, скальпели, да? Это на первых 7 дней. А, окей, все. Рождение в подростковый период, да? Да, да, да. Самый сложный период воспитания, говорят. Возможно. Может, помолится кто-то? Я хочу, чтобы вы сегодня увидели своих детей Божьим даром. Увидели тем даром, который Бог вам дал на короткое время. И я думаю, эта мысль натолкнет нас всех, и это понимание о том, что ответственность за то, что Бог нам дал. Потому что это, дети — это наши, но они не наши. Они на некоторое время — это ту жизнь, которую Бог послал в этот мир, для того, чтобы он прославился. И с этим пониманием мы сможем по-другому воспитывать детей, относиться к ним, влаживать в них что-то совсем другое и высшее. Поэтому увидьте таких детей, увидьте их сейчас в своих руках, и отдайте их Богу, посвятите их Богу. И посвятите свой этот период воспитания тоже Богу себя. И я верю, что Дух Святой будет вас учить, вести и направлять. Бог, мы несем на руках молитвы сегодня в первую очередь родителей. Бог, дай мудрости, дай правильное понимание тебя как отца, дай правильное понимание, как донести твои истины, твои принципы, твои ценности нашим детям, для того, чтобы они также еще больше любили тебя, чем мы. Бог, научи нас влаживать в них любовь к тебе, любовь к тому, что ты дал, к церкви во имя Иисуса Христа. А также мы просим сегодня о родителях, у кого есть трудности с детьми в воспитании, которые сегодня находятся в какой-то роспаче, в каком-то тупике. Во имя Иисуса Христа просто коснись сейчас миром Твоим, покрой любовью Твоею, скажи, что Ты рядом и что Ты поможешь, что если Ты даже дал детей, Ты поможешь воспитать их и взрастить их, если они их доверят Тебе. Во имя Иисуса Христа мы благословляем наших детей, чтобы они сделали больше, чем мы, чтобы они любили Тебя еще с большей отдачей, чем мы, чтобы действительно наш потолок, это был их полом, их стартом, плечами, из которых они смогут прыгнуть еще выше, еще дальше и покорить этот мир для Тебя во имя Иисуса Христа. Храни их в этом мире для Царства Твоего, а мы любим и благословляем наших детей именем нашего Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Встретимся в следующий раз, через неделю, и будем опять говорить о родительстве, да, как воспитывать наших детей.